Летом 17 года в Лосином острове случились шквалы. Они наложились на то, что короед до этого съел все елки. Одна беда наложилась на другую. И вот в лесах образовались настоящие завалы. Грибники не могли войти в лес. На вопрос, есть ли грибы, отвечали: не знаю, не могу войти. И вот в 18 году люди стали очищать от завалов лес. Кто эти люди, непонятно, но теперь можно зайти. Можно даже ожидать, что будут опята. В конце лета 18 года, с годовым опозданием, я тоже смог наконец зайти в лес. А то доходило до смешного. Собаки плакали, просили, чтобы я перетащил их через дерево. Никто не поверит. Ну, типа вот эта собака. Так что человек заботится о лесе, как умеет.